Это доска, здесь сюда. Здесь можно писать на этой доске даже, обозначение там фигур. Виктор Петрович 35 лет преподает игру в шахматы детям. Для него это и досуг, и дело жизни. Кружок «Гран» посещали дети со всего Солнечного. Сам он постоянно проходит обучение и получает сертификаты. Недавно мужчине предложили уволиться. Причина – отсутствие педагогического образования. Вот они турниры, которые проводятся. Второй год обучения у нее играют уже турниры с часами, на разряд выполняют. Вот здесь вот, да. И в этом году вот у нас на четвертый разряд пять человек выполнили. К нам обратились родители ребятишек, которые могут остаться без интересной, а главное, очень полезной секции. Они уверены, есть другая причина, почему вдруг педагог стал не нужен. Версия такая, что просто шахматный клуб убыточен. Он не приносит никакой прибыли для Центра детского творчества. Детей ходит в секцию мало, соответственно, денег мало. Кабинет, так как Виктор Петрович работает по совместительству, работает только вечером. Экономически невыгодно получается. Вот, и мы считаем, что вот такая причина больше похожа на правду. Обидно, говорят родители, что как раз в год педагога и наставника детей оставляют без хорошего учителя. Мы сегодня сделали запрос в управление образования Красноярска, чтобы разобраться в ситуации. И дети в Солнечном не остались без шахматной секции. Алена Крашенинникова, Новости Прима.